сегодня у многих проблема – это на самом деле получить финансовые источники на том уровне, который соответствует экономическим параметрам, потому что невозможно развивать экономику, невозможно заниматься конкретным бизнесом, когда у вас предприятие получает прибыль 5%, если вы успешны, например, да, а вам банк предлагает деньги под 15%. Мы все, многие из нас, по крайней мере, учились в советской школе. Математика, наука такая, что она толкуется однозначно. То есть, если у вас прибыль 5%, то отдавая кому-то 15%, вы летать не сможете. Потому, понимая эти вещи, правительство Минской области, скажем так, формирует новые варианты, делает новую систему развития предпринимательства. И мы уже говорим, что мы готовы с вами работать комплексно. Земля с сетями практически бесплатно, пожалуйста. Финансирование необходимое, пожалуйста. Кадры для вас тоже, пожалуйста. Самое главное, стройте и развивайтесь. По тем займам, которые предлагает правительство региона и наши институты, будет единая ставка 3% годовых. А для резидентов индустриальный парк Багандинский и Ишимский будет 0% годовых. Для тех проектов, которые отбирает экспертный совет. И плюс ко всему мы будем настоятельно рекомендовать и сопровождать наших предпринимателей, наших инвесторов обращаться в Федеральный институт развития. Там разные ставки, но в основном это 5-6,5% годовых тоже.